Я до сих пор помню все, что вытворяли с нами врачи, когда мы попали в плен. Это невозможно забыть. Об этом на проведенной сегодня пресс-конференции сказал освобожденный из армянского плена военнослужащий Анар Алиев. Он сообщил, что во время пребывания в больнице в Армении врачи подвергали его бесчеловечным пыткам. «Я получил пулевое ранение в грудь 9 ноября, а 10-го был взят в плен. Больше военных нас пытали армянские врачи. Они били нас и жгли нам руки». Я оставался в больнице в Ереване 12 дней, в течение которых меня подвергали жестоким пыткам. 14 декабря нам завязали глаза и посадили на самолет, где мы встретили находившихся долгое время в армянском плену Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева. Я радовался их освобождению больше, чем своему, отметил Анар Алиев. По словам бывшего военнопленного Омара Аликперова, будучи раненым, его держали в двух кандалах. Они тыкали меня пальцами в рану, чтобы я повторял то, что они говорят. Если мы не повторяли, то нас подвергали еще более чудовищным пыткам. Они били нас по ранам. От боли мы теряли сознание. Они старались повредить наши внутренние органы. Я ослеп на один глаз. Они угрожали мне, требуя, чтобы я повторил то, что они говорят. Говорили, что иначе выколют мне и другой глаз. Их медсестры умышленно по 15-20 раз вводили иглу в одну и ту же вену, чтобы мучить нас. Врачи вводили нам спирт в кожу шприцем. Они получали удовольствие, когда мы кричали. Потом мы перестали кричать. Но в тюрьме нас мало пытали. Им было дано такое указание, отметил Омар Аликперов.